Необычно теплом, без дождя, снега и грозы началась эта неделя. Правда, метеорологи пугают, жара пришла ненадолго. Завтра погода знатно испортится. Синоптики объявили штормовое предупреждение. К ветру добавится мороз, почти как в январе. Подготовьте теплые вещи и не забудьте зонт. В американском Вермонте среди мая выпал снег. Полярный вихрь пришел в Штаты из Канады и успел побить несколько температурных рекордов. В горах столбик термометра опустился до минус 30. Порывы ветра достигали 140 км в час. В Индии наоборот. Внезапная смена погоды на севере страны привела к пылевой буре и дождю. В Дели сильно снизилась видимость на дорогах и резко ухудшилось качество воздуха. Накануне шторма в городе зафиксировали плюс 40. Завтра в Бобруйске будет облачно с прояснениями. Ожидаются дожди, местами с мокрым снегом и грозой. Ветер южный с переходом на северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью от 15 до 17, тепла днем 9-11 со знаком плюс. В некоторых районах области синоптики обещают до 20 градусов выше нуля. Кристина Риянс, Павел Зуев, Бобруйск, 360.